ребята, мы в Дубровнике. В этом видео я вам расскажу об этом городе славном. Нам он очень понравился. Чтобы сюда попасть, мы плыли на пароме на полуостров Пелешац. А потом еще немного ехали на машине. Кстати, когда мы были на пароме, у меня в море улетели очки, представляете? Привет, ребята, мы в Дубровнике. Мы сейчас поедем на фуникулёре. Мы приехали вечером и сразу же захотели покататься на фуникулёре, чтобы увидеть город с высоты. Красиво? Да, очень. Пока можно снять, конечно. Еще хотела посмотреть на город в бинокль. Бросала монетку, но она ко мне возвращалась. И так несколько раз. Оказалось, что бинокль сломан. А вот как Дубровник выглядит вечером. Блин, что выбрала такое? Да. Ну и конечно мое любимое мороженое. You're welcome. Ну что, вкусно? Угу. Класс, какое мороженое. Идите попробовать. Я купила сердечко. Нужно его снимать, одевать, снимать, одевать. Смотрите, какая маленькая лавочка. Привет, ребята. Мы в Дубровнике. Такой красивый замок. Вот мы заходим. На следующий день мы отправились на главную достопримечательность Дубровника. Городские стены. Мы на стене Дубровника. Отсюда видно весь город. Давным-давно эти стены защищали город от врагов. Ой, как мне слезть? Боже мой, не могу слезть. Папа, нужна твоя помощь. Папа, спешит на помощь. Раба! Давай. Папа, ракета! Сейчас туристы гуляют по ним и смотрят на город с высоты. Кстати, все крыши в старом городе оранжевого цвета. А еще там много ступенек. Очень много ступенек. Смотри! Куда мы лезем? На самую вершину. Дин, ты часовой теперь? Да. Будешь следить за городом? Угу. Пока все нормально. Часовой? Все нормально? Да. А что? Часовой? Все хорошо? Да. Что? Часовой? Ситуация стабильная? Да. Что? Все? Да. На нас нападают. А это крепость Лавринац. Ее построили очень высоко, на самой скале. И она так же, как и стены, защищала раньше город. Бомбой с камнем.
А идем я вам покажу что-то прикольное. Смотрите. Вот здесь вот сидел часовой и отглядывал, нет ли плохих кораблей, которые могут захватить. Тут был колокол, если кто-то... Тут был колокол. Если кто-то нападал, он звонил динь-динь, чтобы солдаты готовились. У нас на террасе растет много всего прикольного. Смотрите, мандарины. Вот лимоны, вот инжир. Инжир с нашей террасы. Попробуешь? Нет, спасибо. Попробуй. Ладно. Нравится? А внутри зернышки. Недалеко от Дубровника есть остров Логрум. Мы поехали туда на очень милом кораблике. Этот остров – заповедник. Это значит, что люди на нем не живут. Только приезжают на пароме утром или днем, а вечером уезжают. Ребята, смотрите, павлины! Зато живут на острове кролики, павлины и черепахи. Раз, два и три. Смотрите, детеныш павлина. Заяц! Класс! Заяц побежал. Дим, прикольно? Да. Классный зайчик. Я никогда не видела зайчика. Правда, кроликов и павлинов мы встретили, а черепах так и не нашли. Черепах нашли сад с такими вот необычными кактусами. Смотрите, какой прикольный кактус, ребята! Ребята, смотрите, какой здесь красивый кактус с цветочками. Привет! Привет! Как тебе остров? Прикольный. Что ты тут делала? Купалась. Так. Видела павлинов, зайцев даже. Кого еще ищем? Черепах. Черепах, похоже, нет. Сильно сжимай. Давай. Молодец. Все. Вечером мы вернулись обратно в Дубровник и нашли мой любимый магазин сладостей. Как вкусно. Здорово, Дин? Да, очень вкусно. А утром мы отправились на необычный пляж. Угадайте, почему он необычный? Потому что проход к нему через скалу. Как вам такой пляж? Мы здорово там провели время. А по пути обратно мы заехали на известную устричную ферму в городе Стол. Родителям устрицы понравились, а я их вообще не захотела пробовать. Как по мне, лучше есть мороженое.
Дубровник был финальным городом нашей поездки. Дальше мы снова вернулись в Загреб, а потом в Украину. Но нас обязательно ждут приключения в будущем. Мы заканчиваем наше путешествие в городе Загреб. Там, где мы путешествие наше и начали. Ведь путешествовать так здорово! Спасибо, что смотрели мое видео. Смотрите мой канал. Всем пока, удачи!